Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Cat Robot. Нажмите здесь, чтобы начать битву. Ну, нажал. Ага, вот так у нас происходит все. Нажмите, чтобы использовать навык этого гаджета. Выпустите котов. Индикатор энергии для активации навыков гаджетов. Необходимо немного энергии. Ага. Так, понятно, выпустили котов. Мы в данный момент деремся с какими-то паучками, что ли. Свой уникальный навык нажмите, чтобы активировать дождь. Вот это, что ли? Ага, дождь стрел. Хорошо, мы разобрались. Друзья мои, ну что же, первая победа. Поднимаю уровень лучников, чтобы сделать их сильнее. Ну, это само собой. Сила лучников увеличивается после их улучшения. Поднимаю уровень лучников, чтобы сделать их сильнее. Улучшить робота. Жизни и энергия увеличиваются после повышения уровня робота. Я понял. Друзья, тут еще у нас навыки какие-то со временем, видимо, будут, да? Инвентарь, карта, ПВП и клан. Ну что, а мы с вами переходим, наверное, к следующей битве. Ух ты, на этот раз. Кто это такие? Я даже не могу понять. Это, видимо, кролики или... Кто это? Подожди, подожди, а что я должен... Давай вот так вот сделаем. Котиков, конечно же, как же я мог забыть про наших котиков, что мы можем их вызывать. Так, ну, вроде бы пока неплохо, да, справляемся. А я совсем забыл. Слушай, ну два лучника, что вот у меня здесь наверху, это, конечно, слабенько. Каждый раз, когда вы увеличиваете уровень, вы получаете одно очко. Ага, и значит, мы с вами скоро получим третий левел, да? Нажмите, чтобы открыть панель навыков. Вот это я обожаю. Разблокируется на 15-й волне. На 15-й волне что? Что разблокируется, я не знаю, друзья мои. У нас здесь SP1, то есть SP1, да? То есть я могу что-то улучшить. Ну, например, опыт. 5% к опыту. А как мне это прокачать? А, вот так. Все, я понял, друзья мои. Также мы можем с вами, соответственно, монетки, да? Недостаточно очей навыков. Так понятно, потому что я вот сюда вот потратил все. Хорошо, едем дальше, друзья, едем дальше. Кстати, сколько у нас денег? 204 монетки. Мы можем с вами улучшить робота. Робот, я так понимаю, это наша вот эта вот машина, да? Похоже чем-то на катапульту. Или же улучшить лучников. Давай лучников, наверное, мы улучшим. Во, три лучника, даже можем... Во, вот это вот вообще шикарно. Хе-хе-хе, я думаю, сейчас им не поздоровится. Так, третья волна. Опять эти вшивые на нас, я не знаю, сороконожки, многоножки, кто это такие? Короче, букашки. Ой, тихо, это кто такие? Друзья мои, это чувачки с пушками, нужно срочно их бомбить. Нет, не надо. Ну, разбомбили, есть. Виктори, естественно. Нажмите на слот, чтобы установить гаджет. А, у меня третий слот есть. Нажмите на гаджет, чтобы увидеть его детали. Так, это у нас какая-то огненная пушка, судя по всему, 200 монет стоит. Описание навыков гаджета. Поджигает поле, наносящее 200% урона в течение 5 секунд. Нажмите, чтобы купить этот гаджет. Конечно, я хочу купить. Друзья мои, очень сильно хочу купить. Поднять уровень нужно 100 монеточек. Пока у меня денег нету, перебьемся, видимо, да? Ну что же. Смотрите, здесь можно... Секундочку. Менять гаджеты потом со временем. Ох, слушай, я обожаю такие игры. А это что-то у нас напоминает Tower Defense, да? То есть мы должны защищать нашу башню, ну, точнее, нашего робота, чтобы его не разбомбили. Так, денег у нас нету, поэтому мы сразу переходим к следующей битве. К следующей битве. Ох, смотри, друзья, я, правда, не вижу, чтобы у нас здесь горело поле. Так. Вау, тысячу монет мне сразу дали, друзья, тысячу. Слушай, это хороший такой, знаешь, бонус для подъема. Ах, вот оно как делается. Так, погодите, друзья, я смотрю, там паучина гигантский на нас идет. Эй. Чего не хватает? Какой не хватает 17 энергии? Давай бомби этого паука гигантского. Босс же это. Ну, друзья, ну, успеем. Слушай, нам чуть-чуть не хватило. Но, смотри-ка, у нас с вами есть деньги. То есть мы можем с вами улучшить робота или лучников. Естественно, я хочу улучшить лучников. Навык. То есть у нас... Ага, дополнительное очко у нас появилось. И мы можем с вами потратить 10% к скорости восстановления. Но я думаю, что это пока не нужно. 2,5% к урону гаджетов. Это, кстати, неплохо. А вот это что у нас? К
скорости атаки лучников. Вот это, я думаю, пригодится нам, да? Или же все-таки лучше нам... Нет, я повышу скорость атаки лучников. Я думаю, что это будет нам лучше. Так, улучшить робота. Воу! Друзья мои, у нас появилась дополнительная ячейка. А если я еще улучшу? Бронька. Видели только, что здесь появилась дополнительная. А если я еще? У нас броня обшивается, да? На нашем роботе. Но денежек, к сожалению, маловато. Подожди, а где мы с вами навыки? Вот сюда, по-моему, да, кликать надо было? Так. И можем с вами поставить. Тут 750 монет нужно, да, чтобы поставить пушку-заморозку. Тесла 3000. Рецикл стов. Я не знаю, что это такое. Лазерган. Короче, пока у меня денег нету, будем с вами драться вот тем, что у нас есть. Поехали! Хорошо, поливаем врага. Кстати, здесь будет босс, так ведь? Здесь у нас будет босс, поэтому не будем здесь пока тратить котиков. Или придется мне все-таки потратить. Я даже не знаю, друзья, что нам сделать. Давай так вот бомбанем. Они подходят. Котики вперед, котики вперед. Да что ж ты, куда, где ж ты поджег-то, родной мой? Ё-моё, друзья мои, он... пушка не там сработала. Я поджег слишком близко, хотя, изи. Фух, на этот раз ему не сдобровать было. Смотрите, если я посмотрю рекламу, мне дадут 1500 монет. Я думаю, что стоит посмотреть. Ну что, довольно неплохой бонус мне упал только что. И я иду сразу же смотреть навыки. Потому что у нас есть одна ячейка, которая не заполненная. Так, что же нам взять? Что же нам взять? Мы можем взять дополнительную коробку, нет? А, мы можем поднять уровень этой коробки. Но мне все-таки нужна пушечка. Лазерган. Ага, это какая-то ветряная штука. Судя по всему, наверное, отталкивает врагов. И новинка — магнитик для того, чтобы собирать монетки. Не знаю, зачем он нам нужен-то, в принципе. Я возьму все-таки, наверное, лазерган, с вашего позволения. Я его установил вот сюда. И могу теперь, в принципе, поднимать уровень. Но вначале нужно котятам поднять. Да? Нужно поднять котятам нашим, потому что это как бы единственная пехота, которая может защищать мою катапульту. И вот здесь мы можем немножко поднять уровень нашей огненной пушки. А вот интересно, лучников мы можем прокачать? Нет, вот самих лучников, которые у нас стоят именно на крыше нашего робота. Пока непонятно. Ладно, друзья, оставим маленечко денежек, да? Хотя, вот так вот. Нет, я еще, наверное. Во! Смотри, сколько у нас уже котов на крыше стоит, а? Аж целых 7 штучек. Давайте, очередная битва. Ух ты, здесь уже какие-то друзья идут, скорпионы на нас. Довольно быстро идут. Ну-ка, котики, вперед. Вы у меня прокачаны теперь немножко, поэтому вы будете у меня бомбиться сильно очень. Смотрите, я не могу понять, у нас деньги и так выпадают. Зачем же нам тогда нужен тот магнитик? Вопрос, да? Магнитик, который притягивает деньги. Для чего? Пока ума не приложу. А, вот как лазерган работает. Слушай, прикольно. А если мы вот так вот подожгем? Смотри, как четенько все у нас получается, друзья. Ай, по красоте, я обожаю эту пушку огненную, поэтому нужно будет ее прокачивать. Котики вперед! Котики вперед, по-моему, такой мультик был. Или где-то я слышал такое выражение. Котики вперед. Теперь вы можете пойти в город. Здравствуйте, родные. Воу, у меня тут, оказывается, еще и город есть. Основная атака юнитов со стихией ветра уменьшает повреждения от противника. Ветер сильнее против льда. Ага. Хранилище. Так, это у нас, друзья мои, банк. Я могу вращать и что-то, видимо, получать. Зарабатывая 0,5 золота каждую секунду, даже когда не в игре. Оффлайн, что ли? Вау. Вау, прикольно. Новый житель, волна 10. Поднять уровень за 5 гемов, а у меня всего лишь 6 гемов. Друзья, я хочу поднять уровень. Вот так вот. И вот так вот я сделал. Слушай, вот это вот можно активировать, да, житель. Или это у меня автоматом? Дирпи Кэт. Такой котеночек. Воу, у меня, друзья, первый житель в моем новом городе. Круто. А вот здесь что? Ой, это монстр. Это, видимо, как Википедия идет. Все, я понял. А это что у нас такое? Купец. Торгует всякими плюшками за гемы. Судя по всему, здесь на сотой волне.
Слушайте, мне напоминает эта игра Groove Tower. У нас здесь будут, видите, на 50-й волне что-то новенькое появляться. Прикольно, на самом деле, очень прикольно. Ну что же, у нас с вами 629 монет, и мы можем с вами улучшить еще лучников. Ага, и все, да? Инвентарь. А что у нас в инвентаре есть? Пока пустой. Видимо, что-то можно покупать, и оно у нас будет. Так, навыки. У нас с вами 2 очка, поэтому давайте, наверное, мы с вами немножечко прокачаем. Во-первых, 2,5% золота с битвы, я думаю, да, нам нужно. И маленечко опыта. Вот, опыта уже 10%, друзья. Четко все. Поехали, я готов. Я готов к очередной битве. Ага, ползут ханорики. Так, тихо. Котики вперед. Котики вперед. Бомбим. Слушай, вот этот арбалет, мне кажется, не очень хороший на самом деле. Вот сюда подожгем. Эй, погоди-ка. А, котиков мы можем призвать в следующий раз, когда у нас наполнится вот эта вот, друзья, шкала. Все, я понял. Разблокирован новый гаджет. Оу, и еще 1795 монет. Отличный бонус, да? И у нас 2500 голдишки. Давайте мы, наверное... А что если я полностью улучшу лучников? Что у нас дальше будет? Все. Все, друзья, недостаточно золота. Погоди-ка. У меня вся крыша уже забита этими котятами. Хорошо, ладно. Давайте приступим к следующей битве. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка... Нет, не надо пока нам... Да что ж ты... А, видимо, здесь нельзя, да, отмену нажать. Хорошо, давай лазер. Лазер, конечно, слабоват. Котики вперед. Вот, давай. Не позволяйте этим охламонам бомбить по моей базе. По моему, так сказать, роботу. Слушай, ну довольно пока все легко и просто. Мне это нравится. И я могу улучшить еще лучников? Могу, друзья мои, хоть... Здесь и не показано, что их количество возрастает, но показывается, что у нас улучшается, судя по всему, мощь. Так, навык. А вот это что такое у нас? 2 плюс к броне робота. А вот это вот скорость восстановления. То есть это восстановление, я так понимаю, наших вот этих вот пушек. Давай сделаем, наверное, да? Поехали. Да, следующий бой, а почему бы и нет? Так, хорошо, пока все отлично, друзья. Я вот сюда вот бомбану. Пускай горит земля, как говорится, под ногами наших врагов. Ну-ка. Ну, слабая вот эта вот пушка, да, называется дождь стрел, я не знаю. Но... Так, бонус летит. 1100 там прикатило нам. Обожаю, друзья, обожаю такую игру. Мне нравится, довольно легенькая такая, простенькая. Ненавязчивая. Так, а если я буду улучшать дальше робота? Броньку повесил, а еще... Опачки, у меня еще одна дополнительная ячейка появилась. То есть я могу сюда что-то поставить, но денег пока маловато, надо подкопить. Надо обязательно все это дело подкопить. Как мы хорошо-то их бомбим. Кстати, 10-я волна, я думаю, что здесь, наверное, будет босс. Или же здесь не так, все как в обычных играх, да? Ну-ка, дай-ка я поджарю здесь землю, вызову котиков. Босс, друзья, и это уже какой-то, это уже пес. Ну, ай-яй-яй-яй, нет, забомбили, успели мы с вами, и это классно на самом деле. Ёлки-палки, еще больше денег, 3153. Ну, давай я, наверное, у меня еще и навык есть, Давай, наверное, денежек, 5%, хорошо. Ну-ка, что мы можем здесь еще с вами приобрести? Теслу мы можем взять с вами, да, за 3000 голды. Уничтожает, я так понимаю, толпу народа. А давай приобретем. Да, я хочу приобрести. Вот она у меня здесь установилась уже. И следующий бой, конечно же. Ух ты. А эти ребятки-то уже покрепче будут. Но они медленные, правда, но крепкие все равно. Так. А дай-ка я подожгу, наверное, земелечку здесь. О. Вот эти пушкари, кстати, очень слабы к огню. Не надо тут бомбить по мне. Пока справляемся, причем довольно неплохо. А у пушки Теслы есть массовая? Нету, друзья. У нее нет массовой атаки. Разблокирован новый гаджет. Слушай, как это, судя по всему, пушка. Хм. Лучиков я пока не буду улучшать. Давайте следующий бой, сразу же. Ну-ка, еще раз проверим. Да, у пушки Теслы нету вот такого вот суперудара. Видите, да? Как вот, например...
у лазергана или как, например, у огненной пушки. Ну ладно, в принципе, она и так неплохо бомбит, выбивает врага из колеи. Слушай, все-таки мне что-то захотелось купить магнитик. Может быть, он как-то улучшает или увеличивает количество падай моей голды. Так, котики, вперед. Выходим, выходим, выходим. Не подпускаем этого вражину к нам. Отлично. Виктори, конечно же, Виктори. По-другому и быть не могло. Улучшить робота я еще попробую, друзья, улучшить робота нашего. Опс, ха, шикарно. Еще и одна ячейка. А сколько тут вообще ячеек? И сколько мы можем нашего робота улучшать? Кто знает, а? Кто-нибудь знает вообще? Стопудово кто-то знает. Кто-то играл же в эту игру. В отличие от меня, который в первый раз решил поиграть в нее. Хотя она давно у меня перед глазами маячит. Но вот только сейчас я созрел для этого. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, хорош. Котики вперед. Лазерган. Слушай, лазерган, который выпускает вот этот вот лазер мощный. Ну, он слабенький. Вы, наверное, сами это заметили. Опс. Да-да-да, никто не прошел. И... Босс, через сколько волн у нас идет? Через 5 или через 10? Ну, деньги-то в любом случае нужно получить. Ага. 3219 монеточек у нас имеется. Поэтому я могу себе что-то здесь приобрести еще. Вау, у нас же новые гаджеты появились. Слушай, смотрите-ка. Кэт Кэнон. Кэт из пушки. Я хочу, друзья, посмотреть, что это такое. Я могу также еще поднять уровень сразу же. Ну, давай поднимем уровень. Нету, в плане нету. Стреляет котами, они получают 100% урона и живут 15 секунд. Даже так? Даже так, друзья. Стреляет электричеством сквозь трех врагов. Ать, уровень подниму. Недостаточно золота, да понятное дело, что недостаточно. Я, в принципе, как бы и не рвусь пока. Поехали, следующий бой у нас. Ага, тут копится еще, оказывается. Тут должно накопиться для того, чтобы использовать вот этот навык. А ну-ка, проверим. Вау. Во, вот это мне нравится. Выпускаем боевого котика, который сражается на поле боя. Да? Не дурно, не кисло, совсем не кисло. Так, скорпиончик. Оп! Я не думал, что здесь босс-то будет. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, да отвали ты. Я же все потратил, сейчас меня, друзья, наверное... Нет, мы успели его забомбить. Фух, нам повезло. Так, а это что у нас такое? Хм-хм. Рулетка еще, оказывается, есть. Такой хитрый котик в шапке так смотрит на меня, да? Типа, Рэй, а не хочешь крутануть? Конечно, хочу. Бесплатное вращение сделать. Тормозить должен я или что? А, оно само останавливается потихоньку. Ключик? Плюс два. А для чего ключик? А для чего этот ключик, а? Вращать билетиков у меня нету. Недостаточно, да? Погоди секунду, я получил два ключа. А для чего? Никто мне даже не скажет. Куда эти ключики нужно использовать? Плюс две к броне робота. Не хочу я к броне робота. Так, а это что у нас такое? Один в скорости восстановления навыков. Вот, друзья, где навыки у нас восстанавливаются. А что же вот это тогда? К скорости восстановления чего? Хм, не понял я. К урону гаджетов. Вот, кстати, вот это надо прокачать. 5% к урону гаджетов, да, это вот как раз то, что нужно. Друзья, 907 монет, я могу улучшить наших лучников. Но я почему-то хочу улучшить наши гаджеты. И в данный момент хочу вот эту вот пушку. Получится у меня? Поднять уровень получается. И могу еще. Вот так вот. Отличненько. Ну что же, давайте еще, наверное, одну битвочку с вами сыгранем. Давай-давай-давай, бомбим этих котиков. А почему, интересно, эти котики против нас пошли? Они же вроде как наши сородичи. Ну, кроме вот этих вот всяких там улиток, сороконожек и тому подобное. А я буду жечь землю. Конечно же. Как же без этого? Давай его. Котик-самурай вышел. Котик из пушки. И он довольно нехило бомбит, между прочим. Очень даже нехило. Я могу вызвать еще подмогу. Ну, не понадобилось. Справились, да? Разблокирован новый гаджет. Какая-то, ребят, механическая рука. Где гаджеты у нас? Гаджеты вот здесь у нас. Давай-ка посмотрим, что это такое у нас. Ага, это, друзья мои, рука, которая будет чинить, судя по всему, нашего робота. Причем она будет, наверное, чинить автоматически, или же, когда я нажму на активацию. Слушай, ну, совсем-совсем не дурно.
Но я думаю, что для первой серии этого будет достаточно, друзья, да? Если что, вы мне пишите в комментариях, как вам игра, понравилась, не понравилась, будем ли мы в нее играть дальше или нет. В общем, рассчитываю на ваши комментарии. Ну, а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.